В Москве открылась выставка белорусского авангарда, приуроченная к 130-летнему юбилею знаменитого художника Марка Шагала. 50 работ в классической и постклассической традиции. Живопись, скульптура, графика, созданные как молодыми художниками, так и признанными белорусскими мастерами. Российскому зрителю представили экспозицию Национального центра современного искусства. У выставки единая тема. Это или прямые посвящения Марку Шагалу, или ассоциации на тему его работ, где главное – дух игры, полета и отображений. Насколько Витебск связан с Шагалом, настолько Шагал связан с Витебском. Именно благодаря ему наш город знает весь мир. Мы можем даже не объяснять, из какой мы страны. Мы просто говорим, мы из Витебска. В любой стране мира и в художественном мире нас сразу принимают. Традиции выразительной яркой шагаловской поэтики, которую продолжают многие белорусские художники, оценили в том числе признанные мэтры современного искусства, те, кто лично был знаком с мастером. Очень красиво, очень, ну, высокий класс. Вот Шагал, это мы во Франции встречались. И в моем жизни он сыграл большую роль. Он для нас хороший пример, хороший педагог и хороший человек. Вернисаж в российской столице дополнила московская премьера анимационного фильма «Марк Шагал. Начало», созданного на киностудии «Беларусьфильм». Это история о детстве, юности художника, его родителях и о любимом Витебске.